Так, заходим с вами в Блюмарин. Сегодня зайдем в Блюмарин, посмотрим, что у нас на весеннюю коллекцию тут предлагают. На весну, лето. Вот такие вот у нас манекены сразу же. Ткань, которая сейчас очень актуальна во всех марках, она присутствует. Я уже себе тоже приобрела такое платье. Если вы помните, шоколадное с голубым цветком. Вот джинс и такой красивый розовый, нежно-розовый. Как-то в своем инстаграме дня 2-3 назад я выставила розовые кроссовочки Richmond и написала: «Полюбите, пожалуйста, розовый цвет, примите в свою жизнь розовый цвет, он мне помогает жить». И это правда. Ну вот, сегодня я тоже в розовом одета, девочки мои и мальчики. Я вся сегодня розовенькая. Это правда, мне легче с ним жить. Красивая эта куртка, конечно, красивая. Музыка почему-то здесь играет турецкая. Интересно. Почему? Так, и сколько такая вот куртка джинсовая, воротник меховый снимается. На мне сейчас тоже воротник меховый. 345 евро цена аутлета. Хочу сказать вам, что еще нормальная цена. 345 – это нормальная цена. Вот лето на курточку, да. Я сегодня в розовом пиджаке с розовым мехом. Я так думаю, что лиса крашеная на мне. Потом вам покажу, камеру переведу, покажу. Смотрится как кожаный. Парить будут, конечно. Ну, так это нам такую дождевую даже. Дождевую такую погоду прохладную. Классическая курточка джинсовая, классика. Видите? Вот я люблю. Вот, мне больше всего, кстати, нравится все-таки классический вариант. Покрой, имею в виду. Вот эти вот кружева, честно говоря, я их не воспринимаю. Но это все относительно как на ком. Хорошие вещи. Подобрали хорошо. Стилист поработал прекрасно. Вот так подобрали все. Вот такие дубовые. Вот люблю, чтобы меня вот как бы удобно мне было. Вот хорошая какая тоже. Нежная. Обратите внимание на подклад. Я всегда обращаю внимание на подклад. Боже, юбочка сказочная. Ну, скажите, на такие вещи смотришь, и просто душа радуется. А я вот тоже сегодня сочетание. Видите, у меня такой вот этот костюмчик. Я сейчас постараюсь снять себе. Вот это я сегодня. У нас сегодня тепло. Тоже рыжие с розовыми я вот так соединила. Это тоже лиса, кстати, как моя вот эта розовая лиса. Это мех, не знаю. Хороший, искусственный. А, с бантиком. Вот прям как я себе мех сделала с бантиком. На ходу прицепила этот бантик, чтобы этот воротничок не держался вот так наверх на костюм. Еще наверх у меня есть белое мое пальто. Просто очень жарко, я его оставила в машине. Вот видите, как тигровый принт. Это не тигровый, это тигр, это полосатый. А это у нас леопард в сочетании с розовым. А и мое платье, помните, только у меня в золоте. В таком, в розовом золоте. Это платье, которое я себе на Новый год брала. Вот только раз и одевала к Мауру на Новый год. Оно очень короткое. Обратим внимание на эти вот костюмы. Есть уже подделки, кстати. Знаю где, и вы догадаетесь где. Конечно же, на итальянских складах. Вот такие. Есть с однотонными камушками, а есть и с разноцветными. В Марине всегда чисто, аккуратно, приятно пахнет. За музыку не знаю, что будет. Потом опять заблокируют.
Они не блокируют, они разрешают показывать, просто не считают мне монетизацией. Монетизация – это просмотры, и от этих просмотров потом заработок. Вот видите, как мег добавляют тоже везде, на свитера, на куртки. Моя тема, да? Люблю. Везде. Вот это все искусственный, кстати, мех. А я зашла, чтобы пуховики посмотреть. Пуховиков уже нету. Сейчас я буду своим девочкам сбрасывать. Мне заказали пуховик. Очень красивая модель. Мне понравился, но... Ну, пуховиков вообще нету. Они поснимали уже пуховики. А сегодня у нас какое число? Сегодня у нас 4 марта. Завтра будет 5 марта. И будет 6 лет, как я приехала... как моя мама попала в аварию, и я приехала в 5 утра, я уже была у нее. Она вечером попала в аварию, так как я находилась в Болонии. В то время я прилетела с Варшавы в Болонию на закупы, чтобы затариться. Я уже тогда работала, закончила курсы стилиста в Варшаве и как бы обживалась там. Но еще имела клиента, которым подвозила вещи с Италии. И вот как раз я прилетела на несколько дней в Италию. И тут такое случилось. Мне звонят, что твоя мама в реанимации. Я сразу с Болонии. Это Болония Маэстро. Это у нас получается 150-160 километров. И в 5 утра я уже была возле мамы. Так я здесь и осталась. 9 месяцев каталась Варшава-Венеция, нанимала людей, чтобы смотрели за мамой, проплачивала там и там жилье. Перелеты очень дорого, Польша, Италия. И потом приняла решение, что надо оставаться здесь. Потому что здесь все-таки за мамой смотрят бесплатно. За стариками здесь хороший уход. Такие чудненькие, да? Сказочные купальнички. Боже, какие красивые. Это что, какая работа. Красивые купальнички на красивые фигурки. Это уже новая коллекция. Приятный такой на ощупь. Такой топ люрексовый. Лиловая гамма. А мне нравится вот эта голубая. Я люблю бледно, такой нежно-голубой и нежно-розовый. Хотя сегодня я нежно-розовый соединила шоколадным и немножко розового такого, к фуксии ближе. Это уже тоже новая коллекция. Ну, новая коллекция для аутета, вы понимаете, да? Хотела еще вам показать вот этот вязаный кардиган. Укороченный вязаный кардиган в цветочки. Вот такая вот расцветка под эти палацы. Видите, вот соединяют, как бы так вот сочетается шелк и с вязаными вещами. Вот этот костюм, мне кажется, что это уже за много как бы будет. А почему нет? А оно все в одну тему вот идет вообще-то. Все играет вместе. И сколько будет стоить этот кардиган? Сейчас посмотрим цену. 588. Ну, если брать кардиган, то я бы лучше взяла бы, конечно, себе вот эту розовую куртку. Если бы мне надо было, то я бы лучше взяла бы вот эту курточку. Вот розовую, да? Лучше вот так. Ну, все относительно, все на любителя. И вот эти вот мне очень понравились. Вот эти юбки. Мне очень понравилось. И этот жакет. Смотрите, как он сделан. Хорошо. Видите, не на пуговицах, а на завязках. Мои жупаны. Боже, смотрю, идеи у всех одинаковые, да? Вот я делала не на пуговицах, а на завязках свои жупаны, вот эти с мехом кожаные. И я смотрю, что вот
эта тема. И тут есть присутствие. Но эти-то мне плотные. Ну вот, мне понравился этот костюм. Мне очень понравился. Вот та розовая куртка. Ну и так, и купальнички, да? Вот такое. Все. Ну и на этом будем заканчивать наш обзор. Или сказать вам ценовую политику сумочки. Давайте скажу. Вот такая она внутри. Сейчас откроем. Это Экопелле. Вот сейчас откроем, какая она внутри. Por favor, si hay un fin. Приятный такой коралл. Грация. Нованта. Нованта. Грация. Мерчи, грация. Ci vediamo presto. И на этом, мои дорогие друзья, сейчас покажу себя и будем заканчивать свой видеообзор. Так, показываю вам себя, как я сегодня одета еще вблизи. Вот этот мех хочу показать. Вот такой у меня мех. Вот. Как-то так я сегодня принарядилась. Я смотрю, что в Блюмарине вписалась. Все, всем папа, всем спасибо за просмотр и до скорой встречи. И как всегда, аванчи, вперед!